В феврале 2019 года на территории станицы Анапская произошло возгорание коммерческого строения. В результате пожара нескольким гражданам причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей. По данному факту отделом надзорной деятельности и профилактической работы города-курорта Анапа Главного управления МЧС по Краснодарскому краю возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования установлено, что причиной возгорания является нарушение правил противопожарной безопасности при обращении с огнем и объектом повышенной опасности. По окончании предварительного расследования уголовное дело поступило в межрайонную прокуратуру с обвинительным актом. В ходе изучения дела была проверена обоснованность уголовного преследования, порядок сбора и оценки доказательств, соблюдение прав участников уголовного судопроизводства. По результатам изучения прокурором принято решение об утверждении обвинительного акта. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Олеся Давыдова, 39 канал.